Так, друзья мои, как ранее обещал, хочу сделать обзор на свой новый топор. Все, значит, остается по-прежнему. Резиновый шланг на завязках. И вот такой вот топор. Клеймленый. Рукоять из рубца березового. Длина ее точно не знаю, но сантиметров, наверное, 40-45. Такой вот топорик у меня появился. И я решил посадить его на топорище. Значит, расклинил все как полагается. Два клина так и клин так, если вам видно. Просверлил внизу топорища, внизу рубящей части дырку и посадил на саморез, чтобы топор на всякий случай не улетел кому-нибудь в голову. Шуткой, конечно. Сейчас попробую порубить. Вот, срублю такое вот сухое дерево, сухую ель. Посмотрим, как он рубит. Если честно, еще не тестировал топор, поэтому ничего сказать не могу. Самому интересно. Порубим. Снега летит с него. Ужас. Ну, рубит вроде. Дерево все-таки сухое. Топор вгрызается. Ну все, уже она готова. Сейчас еще попробую поперерубать его поперек. Снега, друзья мои, по самое не балуй. Точку опоры надо найти. Как-то так. Топор не съезжает. Посадил его надежно. Сейчас это продемонстрирую. Нисколько он у меня не съехал, не слетел. Все осталось в прежнем виде. Люблю топорища прямые, без изгибов, чтобы удобный хват был в этом месте, в этом, если что-то нужно постругать. Ну и, соответственно, здесь делаю небольшой такой наплыв, чтобы рука плотно фиксировалась на топорище. Ну ничего, нормальный топор. В дальнейшем буду испытывать его уже в деле. Прежний топор потерпел поражение, уступив большой ели, толстой. Срубал толстую ель, и что уже, ввиду своей старости, лопнул он вот так вот по топорищу. Вот так. На месте лопнул. Ну там дерево было не очень хорошее. Это все-таки березовый рубец. Ларс, спасибо. Хороший топор получился у меня. За рубец спасибо огромное. Как-то так, мужики.